Ну, говорить нечего. Тут главный настрой был какой. Ребята, во футболе Юрий Александрович, покажите, что вы мне. Команда вышла, играл. Все вопросы по матчу, что вас интересуют? Это главный фактор, получается, победы, исходя из ваших слов. Ну, может быть, главный. Главный. Определяющий. Все хотели идти. Никого в этом сезоне Александрович не видел на поле. Каждый, кто впервые в клубе хотел себя проявить. Артем Челезненский играл почти все матчи до этого, а сегодня в запасе остался. Почему? Не только Артем, но и Курский, и Копейко. У нас перед ним играл очень серьезный. Ротация, состав. Я думаю, что ротация должна быть, главное, чтобы игра от этого не страдала. Я думаю, сегодня не страдала, которая играет. Конечно, играешь всегда так, как позволяет соперник. Были игроки более классные, еще бы не А до матча с Юрием Чижом общались, там обсуждали клубные вопросы? Юрий Александрович сейчас заходил в раздевалку. Да, хорошо, поздравил. Про то, что на поле происходило, кто-то спросит? Третий матч подряд на «Динамо», он меняется капитаном. У нас капитан Жуковский, он не играет. Вице-капитан Корыцкий, он не играет. Еще Еще Игнатович был. Но я считаю, что вратарь должен играть в воротах, а капитан должен все-таки руководить на поле. Уже он дорастет до Яшинских или до Саевских. Так, вершин. Тогда он, наверное, тоже будет капитан. А так, все-таки капитан должен быть на поле и там. И с судьями разговаривать, если надо, и с игроками. Вратарь не побежит нападающим, там не скажет, что ты делаешь. Правильно? А Быков может. Нет, ну игрок, который на поле, ему проще подбежать, сказать, что ты нападающий, чем вратарю, орать через все поле. Поэтому моя философия, что капитан должен быть играющий на поле, а не вратарь. А как оценить игру Николича? Насколько процентов потенциала сейчас показывается? Ну, во-первых, было сильное травление, поэтому он сейчас явно не в форме. Но ему надо набирать, поэтому как, сколько сможет, он столько и будет играть. Потому что класс игрока виден по эпизоду. Потому что когда он не в форме, а эпизоды приведут с точки зрения ума футбольного очень хорошая передача за спину. Плюс своеобразная разработка, когда на, как говорится, на моменте все ждут одного, а тут неожиданно. Поэтому через игры надо именно